этот очерк посвящен конкретному человеку. Но говоря о нем, мы вспомним и об учителях, о том, как раньше их уважали люди и как заботилось о них государство. Итак, в любой глубинке, как в Холмогорах, может появиться, если не второй Ломоносов, то какая-нибудь яркая звезда, что засветится, словно на небосводе, на каком-нибудь поприще. А вокруг Сарова, как мы уже давно выяснили, таких талантов засияло немало. Но другое дело, что раскрываются-то некоторые таланты не сразу. Порой современники их не замечают, и те зачастую бывают признаны только после смерти. Но свет их, как свет погасших звезд, все же доходит до нас через много-много лет. Вот и тогда, когда в мало кому известном селе Архангельской Кобылино, затерявшемся на Шатковской земле, в 1792 году в семье священника родился мальчик Вася, вряд ли даже его родители могли предположить, что ему через 20 с небольшим лет предстоит стать наставником величайшего гения. Кстати, само село расположено в историческом месте. И достопримечательностей здесь хватает. Кроме кургана, что частично сохранился со времен исторического похода Ивана Грозного на Казань, рядом имеются целебные источники. Самый знаменитый – родник с минеральной водой «Кипячий ключ». Бьет он прямо из-под каменной горы на правом берегу Теши. Первое упоминание о нем датировано 1885 годом. В 1932 году специальные экспедиции Центрального института курортологии, организованные по инициативе Горьковской физиотерапевтического института, было установлено, что по химическому составу вода этого источника аналогично воде известного курорта Контраксивиль во Франции и Чемоганского источника вблизи Пятигорска. А мы все куда-то стремимся лечиться за 3-9 земель. Но наш очерк не об этом. Давайте по порядку. Поскольку у Васи Архангельского были глубокие корни в среде духовенства, в 1800 году его определяют в Нижегородскую духовную семинарию. Через 10 лет он решает продолжить обучение, но уже в светском заведении, и в 1810 году поступает в Санкт-Петербургский педагогический институт, а через 5 лет успешно его заканчивает. Любимыми предметами нашего героя были физика и математика. После этого молодого государственного чиновника 9 класса Василия Михайловича Архангельского направляют в Царскосельский лицей на вакансию адъюнкта при профессоре математических и физических наук с жалованием 800 рублей и квартирными деньгами по 200 рублей в год. И вот, между прочим, тогда корову-то можно было купить за 3 или за 5 рублей. И вот, благодаря этому назначению, ныне, словно из небытия, воскресло имя лицейского наставника Александра Сергеевича Пушкина, сына простого сельского батюшки, достигшего значительных чинов в светских ведомостях Российской империи. Но, к сожалению, сколько я ни искал, так и не нашел портрета Василия Михайловича. А вот создание лицея, детище дней Александровых прекрасного начала, относится к началу царствования Александра I и находится в тесной связи с планами преобразования российского государства. Исторический опыт показал, что коренные реформы неизменно влекли за собой перестройку школы. И для этого дела требовались люди грамотные и университетски образованные. А поскольку автором проекта лицея стал сподвижник императора, видный государственный деятель Михаил Михайлович Спиранский, то и учителями у него набирали людей знаниями и нравственностью, заслуживающих общее доверие. Повышенное внимание к этим благородным качествам объясняется еще и тем, что лицей был своего рода экспериментом, закрытым воспитательным учебным заведением. Общие направления всего лицейского обучения раскрываются в его уставе. Цель обучения заключается не только в обогащении воспитанников знаниями. Профессора должны развить умственные способности воспитанников, научить их мыслить. Конечно, не все лицейские наставники удостоены должного внимания в воспоминаниях своих знаменитых воспитанников. Но это не означает, что они сыграли меньшую роль в формировании их личности. Просто напомним, что в ту гуманитарную эпоху многие лицеисты не видели прока в математике, называя ее, подобно Пушкину, премудростью непостижимой. Но именно ее 2 года с 1815 по 1817 годы преподавала в лицее
адъюнкт-профессор Василий Архангельский и преподавал талантливо. Однако профессора считали, что он может преподавать и логику, и географию, и естественную историю. И доверили ему вести эти предметы в младших классах. В частности, Архангельский во втором полугодии 1815 года по средам преподавал географию Александру Пушкину и его товарищам. А Пушкину за плохое прилежание к математике особенно часто доставалось от профессора Карцева, но не от Архангельского. Этот маститый педагог так отзывался о своем младшем коллеге. Слушатели его удобно понимали его лекции и восхищались им, ибо он всем случае принадлежал к числу тех, может быть, немногих людей, о которых можно сказать, что в счастливых руках иметь творится золотом. Администрация лицея тоже не могла не оценить способности молодого педагога. Он неоднократно награждался денежными пособиями в размере годового жалования и пожалован был орденами святой Анны второй и третьей степени и святого Владимира четвертой степени. К сожалению, из-за слабого здоровья Архангельскому часто приходилось откладывать научную, а потом и педагогическую деятельность. Находясь в совершенно расстроенном состоянии здоровья, он подал прошение об увольнении его от службы сроком на один год для поправки здоровья. Рапортуя об этой просьбе, директор Царско-сельского лицея в свою очередь просил главного директора Пажеского и кадетского корпусов Голенищева Кутузова в уважении отличной службы города Архангельского исходатайствовать ему на один год увольнения с сохранением 2400 рублей годового жалования. Однако болезнь прогрессировала и привела 27 января 1827 года к печальному исходу. Василий Михайлович оставил после себя молодую жену, Любовь Архангельскую, и сына Василия, родившегося уже после кончины отца. Последним было выдано штатное жалование покойного 3200 рублей и назначена пенсия в размере 640 рублей в год. Здесь я не случайно приводил размеры окладов, пособий, поощрений, ибо вот она, настоящая социальная защита учителей, некогда существовавшая при пресловутом царском режиме. Рано, очень рано скончался наш славный земляк. Всего-то в возрасте 36 лет, так же, как через 10 лет и его гениальный ученик, который не понимал и не любил законов математики. Похоронен Архангельский на кладбище села Большое Кузьмино, ныне носящего название Кузьминского кладбища Царского села. Среди известных личностей, нашедших там последний приют, первым по алфавиту значится именно он. Да, недолг был жизненный путь Василия Архангельского, но посмертно и навеки связал его с именем великого поэта. А вот теперь и мы перед Пушкинским днем поэзии, днем знаний или в канун Дня Учителя будем вспоминать нашего земляка, да его малую родину, скромное село Архангельское Шатковского района Нижегородской области. Как мы уже говорили, в любой глуши может родиться талант. К примеру, кто бы мог подумать, что обыкновенный балыковский паренек Леша Маркин, родившийся в простой семье, в доме номер 30 по улице Мостовой, игравший с такими же обыкновенными сверстниками в обычные мальчишеские игры, да и учившийся в средней Саровской школе номер 12, ну разве что химию, знавший как никто другой, станет профессором Нижегородского университета имени Лобачевского, доктором физико-химических наук, теперь уже Алексеем Владимировичем. И вполне может статься так, что пройдет еще несколько лет, и он откроет какую-нибудь новую формулу или воспитает из своих студентов новых Лобачевских и новых Менделеевых. Ведь жизнь, она такая, ходит кругами, и все повторяется, и учитель повторяется в своих учениках.